слушателей. Добро пожаловать на мой канал. Итак, будем готовить с вами ростбиф из телятины. Для начала мы должны с вами купить хороший кусочек мяса. Если есть такая возможность где достать вырезку из телятины, то это еще лучше. Если такой кусочек, как у нас, то желательно зачистить, все жилочки убрать. Максимально, как только это возможно. Ну вот мы сняли все пленочки с мяса и затягиваем мяско шпагатиком для того, чтобы придать форму. И лучше мяско было обжаривать, запаковать все соки внутри. И при нарезке это будет смотреться потом более аккуратно и более красиво. Натираем наш кусочек мяса сливочным маслом комнатной температуры. Заранее нужно масло достать с холодильника, чтобы оно немножко подтаяло. Добавляем перец, по желанию любимые специи, кто желает. Я добавляю соль морскую. Мне нравится, когда соль попадается кусочками такими большими. И мясо не так сильно и быстро просаливается. Но можно и обычную соль употреблять. И кладем наше мяско на хорошо раскаленную сковородку. Обжаривать. Со всех сторон. Получается с четырех сторон. Обжариваем наш кусочек до румяной корочки. Запаковываем все соки внутри, для того, чтобы когда мясо будет запекаться, соки остались внутри мяса. Это такой способ. Очень хороший для мяса. Вот мяско мы обжарили. Перекладываем гастроемкость, выливаем весь образовавшийся сок и добавляем красное сухое вино. Будем упаковывать это все фольгой, накрываем крышечкой и ставим выпекаться в духовку при 180 градусах. Можно и выше, если есть возможности духовки. Получается на каждых полкилограмма мяса 5 минут. Если у вас такой же кусочек, как у меня, килограмм, значит 10 минут. Если полтора, 15 и так далее. После чего духовку выключаем. Не открываем, оставляем мясо внутри духовки на 2 часа. И только после этого будем доставать и делать прекрасную нарезку. На вот такие вот медальончики. Хотите толще нарезать, а хотите тоньше. Это уже не столь важно. Готовим с оставшегося выделившегося сока. Выпариваем его на сковородке с добавлением 1 столовой ложки меда. И при подаче мясо поливаем винным соусом. Ну вот, мои дорогие, ростбиф готов. Приятного вам аппетита. Заходите на мой канал, подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте
лайки. Всего вам доброго.